Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 1009. Мыши увидели кота Леопольда на расстоянии 3,4 метра и бросились в погоню. Через сколько минут мыши догонят кота, если Леопольд убегает со скоростью 298,8 метра в минуту, а мыши догоняют его со скоростью 302 метра в минуту? Ну, конечно, мыши догонят кота, потому что их скорость больше. Они догонят кота. Что значит они догонят кота? Это значит, что первоначальное расстояние между Леопольдом и мышами 30,4 метра, оно уменьшится до нуля. И оно уменьшится за счет того, что скорость мышей больше. Тогда найдем разность между скоростью мышей и скоростью кота Леопольда. 302 метра в минуту минус 298,8 метра в минуту. Ну, давайте вычислим разность. 302 минус 398,8. Уравняем по количеству знаков после запятых. 0 минус 8, 10 минус 8, 2. Здесь мы единичку взяли. 11 минус 8, 3. Здесь 9. 9 минус 9, 0. 298. Вот теперь получается, что мы здесь единичку взяли. Осталась двойка. 2 минус 2, 0. Значит, нули перед числом мы не пишем. И вот 3,2 метра в минуту. И это скорость сближения кота Леопольда и мышей. Или можно сказать другими словами, с каждой минутой первоначальное расстояние между котом и мышами 3,4 метра уменьшалось на 3,2 метра каждую минуту. Теперь мы можем вычислить, за сколько же минут это расстояние уменьшилось до нуля. Для этого нам нужно 30,4 разделить на 3,2. Разделим 3,4, делим на 3,2. Так, ну, запятую мы переставим на одну цифру вправо и здесь тоже. Ну, теперь нам нужно разделить 304 на 32. Ну, 30 на 32 не можем поделить, 304 на 32. Возьмем по 9. 2 на 9 – 18, 1 в уме, 3 на 9 – 27 и 1 – 28. Вычитаем. Из 14 вычитаем 8, получаем 6. Здесь 9, 9 минус 8 – 1. 2 минус 2 – 0. Остаток 16. Так, ну тогда мы вот после запятой можем записать 0. И нулей можно записать сколько угодно. Вот этот 0 мы сносим. Но поскольку мы взяли цифру после запятой, то мы в частном должны поставить запятую. И теперь продолжаем деление. 160 на 32 по 5 возьмем. 5 на 2. 10, 0 пишем, 1 в уме. 3 на 5, 15 и 1, 16. Так, 0 в остатке. Теперь деление окончено. Частное 9,5. И это минут. Вот. И это время, за которое мыши догонят кота. Ну, а нам и нужно было узнать время. Задача спрашивается, через сколько минут мышка догонит кота. Так вот, мыши догонят кота через 9,5 минуты. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.